На выставке, которая проходила в рамках Белорусского промышленного инвестиционного форума, компания Rozum Robotics представляла робота-бариста. Чтобы получить кофе в роботизированном кафе, необходимо предварительно заказать кофе. После этого робот по заданной программе выполнял заказ и в самом конце протягивал свою руку со стаканчиком, в котором был приготовленный кофе. Так как робот на выставке готовил кофе бесплатно, то возле Rozum Cafe выстроилась небольшая очередь. На этой выставке были и другие роботы, о чем имеется специальное расширенное видео. Хочу также напомнить, что компания Rozum Robotics выставляла своего робота и на прошлой выставке в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума 2019 года. И тот робот также попал в видео канала «Инженер». Смотрите подсказку и ссылку в описании. Обязательно поддержите видео лайком и нажмите красную кнопку «Подписаться». И продолжайте смотреть канал «Инженер».